идет кропотливая работа. Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы облегчить интеграцию гагаузской молодежи в наше общество, чтобы не потерять ее, да? Потому что, не зная румынского языка, у молодежи один единственный путь. Это Россия, повязка в зубы, пушечное мясо. Мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы молодежь из автономии была интегрирована в молдавское общество и не была обречена для того, чтобы делать карьеру, уезжать из этой страны в Россию.